Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Представляю вам свой видеоролик, ушедшие актеры из сериала «Вызов» первый сезон, вышедший в 2005 году. Проскурин Виктор Алексеевич. Родился 8 февраля 1952 года, скончался 30 июня 2020 года. Роль Григорий Аркадьевич Перескоков. Карасев Денис Анатольевич. Родился 1 августа 1963 года, скончался 12 января 2021 года. Роль Андрей Борисович Коломеец. Начальник милиции. Алехина Людмила Григорьевна. Родилась 15 апреля 1953 года, скончалась 12 ноября 2008 года. Роль Антонина Ивановна. Мать Елены Гусевой. Ремезов Михаил Григорьевич. Родился 9 ноября 1948 года, скончался 17 сентября 2015 года. Роль Виталий Максимович. Директор музея. Лапина Екатерина Витальевна. Родилась 8 октября 1974 года, скончалась, погибла в ДТП, 15 февраля 2012 года. Роль Вера Михайловна. Вербицкая Надежда Ефимовна. Родилась 25 августа 1925 года, скончалась 1 июня 2012 года. Роль Антонина Семеновна. Сосед. Розанцева Нина Устиновна. Родилась 19 сентября 1949 года, скончалась 16 августа 2012 года. Роль неизвестна.